Лечение без таблеток. В Петропавловске открылась очередная выставка-продажа физиотерапевтических медицинских аппаратов Елатомского приборного завода. Все изделия с 21 по 25 октября будут реализовываться по ценам изготовителя в аптеке «Сердечная» по адресу улица Конституции Казахстана, 2. Для лечения каких недугов используют эти аппараты, расскажут мои коллеги. Для североказахстанцев на выставке продажи доступны 8 физиотерапевтических аппаратов. Всего же Елатомский приборный завод выпускает порядка 20 наименований медицинских изделий. Их стоимость на рынке Казахстана варьируется от 27 тысяч тенге до 272 тысяч. Сегодня в сезон гриппа и простуды актуальным будет приобретение Унилора. Он удобен в применении и эффективен в лечении и профилактике простудных заболеваний. В нем есть насадочки, вот такие вот, такая идет для проливания лобных пазл, гайморовых и миндальных. Также идет насадочка для прогревания ушка. И идет такой вот облучатель с насадочками, то есть насадочки для носика. Тут идет излучение красным цветом и магнитом. И насадочка для ушка. Этот облучатель применяется тогда, когда нельзя уже применять тепло, то есть нельзя прогревать. На прилавках Унилор появился этим летом. Еще одна из последних разработок российских ученых – Алмак-2. Аппарат предназначен для локальной магнитотерапии бегущим и импульсным полем. Его используют как в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях. Кстати, физиолечение Алмагом-2 могут получать сразу несколько человек. Здесь 79 программ. То есть на каждое заболевание есть своя программка. И несколько излучателей. Один из них вот такая длинная излучающая линеечка, предназначенная для лечения лечения позвоночника и поясничной области. Глубина проникновения алмага 0,2 до 18 сантиметров. Одновременно можно лечить несколько зон. То есть в зависимости от программки там идет лечение, например, коленок, опорно-двигательного аппарата и поясничной области. Также в продаже есть электростимулятор «Стимул». Прибор небольшого размера на батарейках. Это своеобразная карманная обезболивающая таблетка при заболеваниях нервной и мочеполовой систем, органов дыхания и пищеварения. Есть приборы, предназначенные и для лечения хронического простатита. Это «Мовит». А если беспокоят боли в суставах и пояснице, то поможет «Теплон». Каждому изделию прилагается подробная инструкция и гарантийный талон на 2 года. Приобрести товары Елатомского приборного завода можно с 21 по 25 октября по адресу улица Конституции Казахстана, 2. Телефон для справок 46 35 12. Кристина Горбаченко, Жолдызбек Ермуканов, новости МТРК.